Ах, село мое, село, лес, речка и над крышами зимой, дым колечком, ах, село мое, село, край мой вьюжный, край раздольный, край степной, мерцает синий свод небес лучистыми огнями, как драгоценнейший Эфес алмазными камнями. И ладони ласковых полей, что простерлись у речной излуки, словно милой матушки моей добрые натруженные руки. Эти стихи написал молодой мордовский поэт, чье детство прошло в селе Северно, Дмитрий Таганов. Всех типаруш какс. Самое дорогое, что есть у меня, рассказывает Дмитрий, это воспоминания о детстве и мои родители. Бабам, кладванст, мунёмим. Ты всех типаруш как. Навсегда в памяти останутся впечатления, связанные с красотой моих родных мест. Если не квели... Что церковь, а еще вспоминается старая церковь, усия жизнь, як стерекевень, которая, даже разрушенная, покоряла своей величавостью. Куда ты ешь к сон за стену, да? Куда мы сон мазой, миг ежевости. И вот ванингтынь, куда сон видимся, указ. Дмитрий – студент Оренбургской медицинской академии. Крылатой стаи лебедей летят в небесные выси, невидимые для людей мои мечты и мысли. Облака пуская из трубы, по реке плывет трудяга катер. У моей любви и у судьбы родственный родительский характер. Мои стихи, рассказывает Дмитрий, чаще всего о том, что меня больше всего волнует. О человеческом участии, о боли сердца и, конечно же, о любви. Сидим ранг, сюда весит тардень, тон мастерлангонь веки пес кадоить, мон ли я свой мавень, да кем он, юты кежишкась, мень вейс ее мазень мусынек, кемть, будь и вечки мазь корма слепнеми, кажень пулта снег. Пара ежи сосад, зерсауля от муньвакса, зерспирвар мастун лопакса кантан зад тень. Коськи из лопакс, вечкем отму кельмисадста, из чангем от мать стемга, сесса к пелевем. Дамонна мастян, эйнгеукс ежит карча, менютану и валт, весь инлу сиди юткс, а кемейнанок вай, веселый те варштукс. Да и келень покорксны, солыд шорда сукс. Дмитрий Таганов в последнее время много печатается. Это и в журнале «Сятко». Вышел сборник стихов о любви. Недавно в Оренбурге вышли стихи в газете «Вечерний Оренбург». В переводе Евгения Семичева. Переводом Конетнитензи Евгений Семичев, Самарань поэт. Февралень, мартень, пора. В феврале или в марте у меня выходит сборник в мордовском книжном издательстве. Светом глаз отцовских у крыльца светится приветливо рябина. Это роща, голова отца, как отец кудрява и любима.
А сейчас мы приглашаем вас на мордовскую свадьбу. Сегодня мы показываем приезжие невесты и расскажем о некоторых свадебных чинах. Главные роли здесь играют Уридюв, Дружка и Сваха. Во время приезда за невестой обряд сопровождается частушками и целой серией выкупов. Торг ведут и за воротами, и в избе. Во время выкупа женщины со стороны жениха поют «Парявтнемат». Давайте симсинет и само пару теренчис. Пакшанок сувасть лейс и ряму. А это отец невесты обращается к молодым. Родители одаривают подарками, среди которых обязателен крест, украшенный разноцветными лентами. Уродев с собой носит нож оберег. Обязательно в доме невесты делают зарубку на потолке, тем самым оберегая молодых от порчи. У ирзян острым железным предметом приписываются особенные магические свойства. В одежду молодых от порчи вкалывают иголки и булавки. О мордовском свадебном обряде мы будем рассказывать вам и в наших дальнейших передачах. Сегодня же его показывали для вас жители сел Старое Борискино, Кабаевка и Северное, за что им большое спасибо. Дорогие друзья, вот и закончилась наша очередная программа. Мы сегодня познакомились с людьми очень интересной судьбы. Мы побывали с вами в одном из дальних районов нашей области, в Северном районе. Ваши письма с замечаниями, предложениями шлите по адресу город Оренбург, переулок Телевизионная 3, программа «Земляки». Всего доброго.